А, кстати, я вам не показывала же свою новую сумочку. Нет, я выпила бокал вина. Прикольные, слушайте. Я их оставлю. Надо вот так стукнуть. Руби! Ты такая толстенькая. Ой, вот они напишут тоже, да, маркетологи? Посмотрите. Сзади полностью закрытая, а спереди не полностью. Я юникорн теперь. Ты мне еще хлеб привезла? Вкусненький. Понюхай его. А зачем ты мне хлеб привезла? Что-то у меня с фокусом. Трудно фокусируется в последнее время. У меня ужин. На ужин у меня курица, картошечка запеченная с чесночком, очень вкусный, с перчиком. Салатик. Кира, как всегда, рядом. Позже я встречаю Сеню, буквально через час. И мы едем... Она меня вытащила на какой-то джаз-концерт. Понятия не имею, что мы там будем делать. Я, честно говоря, джаз... не особо люблю. Вкусно. Я кушать. Ну что, я собралась. А, кстати, я вам не показывала же свою новую сумочку. 100 лет у меня не было новой сумки. Вот такая вот из Saint Laurent, которая на ремешке, на тоненьком. Мне, честно говоря, больше нравилась Gucci. Но она у всех, и мы ее подарили же Сене на день рождения. Я думаю, на чем будем с одинаковыми ходить. И да, и другие мне как-то не особо нравились, пока я не увидела ее. Надо сейчас втянуть еще побольше. И она мне очень понравилась, очень классная. Единственное, сейчас Сеня предлагает поменяться. Ей все-таки больше понравилось на тонком ремешочке. А мне больше нравится на самом деле на толстом. Блин, у меня в карманах что-то набито, надо вытащить. Вот, ну не знаю, я думаю, может быть, поменяться на пару дней, походить мне с ее сумкой, ей с моей, посмотреть, если нам действительно ей больше это понравится, а мне ее, может быть, и поменяемся. Мы посмотрим. В общем, вот такая она вместительная довольно-таки. У меня сюда помещаются ключи, зарядка для телефона, тут кармашки всякие. И она довольно-таки объемная. Телефон я еще сюда помещу. Там мне еще и помады, и капли для носа, в общем. Чего только нет. Все, сейчас Сеня заедет, и мы поедем на джаз. Мне надо покрасить корни. Как же быстро отрастают корни. С одной стороны, это классно, но по всей длине как-то я не вижу. Вижу только, что корни растут. У нас середина ноября, но у нас супер тепло. Вот так вот мне не холодно. Я, между прочим, без колготок, так что и мне норм. Jetzt leuchtet es uns einfach nur ins Gesicht für die nächsten 5 Minuten. Es reicht jetzt! Warum? Время 12 ночи. Я приехала с магазина, купила себе сникерсы и вот эти вот конфеты, их обожаю просто. Кирочка тоже. Мне очень безумно захотелось сладкого. Я прям не выдержала. Я лежала уже в кровати, смотрела сериальчик, но не смогла, поехала в магазин, очень захотела сникерса. А все из-за того, что у меня эти дни. Заварила себе черный чай. Буду сейчас объедаться и смотреть отчаянных домохозяек. Я прикрываю адрес. У меня пришла посылочка от H&M. Ну, такая не маленькая. Я уже даже, честно говоря, не помню, что я там заказала. Сейчас будем открывать. Никогда не покупала обувь в H&M, потому что, ну, качество обуви там, честно говоря, вообще никакое. И... не знаю, они неудобные и выглядят не очень. Но вот эти туфельки я увидела на сайте. И выглядели они ничего так. И я вам скажу, в жизни еще круче. Они мне подошли. 100 лет у меня не было таких обычных туфлей. Все время что-то другое беру. Посмотрите. Прикольные, слышите? Я их оставлю. Вот такое вот платье. Честно говоря... у меня таких платьев уже куча, ну, в смысле, коротких, с длинными рукавами. Но просто себя не буду сейчас показывать. Просто иногда очень часто нужны какие-то платья. И каждый раз искать какие-то интересные. Это у меня просто нет иногда
времени или просто невозможно найти, поэтому я когда нахожу что-то более-менее нормальное, заказываю. Ну, но, честно говоря, ничего вот такого выдающегося, но, в принципе, мне кажется, вживую чуть красивее смотрится, чем на камере. В общем, вот такое вот. Сзади полностью закрытое, а спереди не полностью. Я не понимаю, размеров в Хаунтеме это свитерок. Сам по себе прикольный, но он нереально здоровый, это S. И он явно не должен был так быть, потому что, ну, как-то он как платьишко смотрится. Или? Может, это и есть платье? Я что-то уже не помню. Да не, вряд ли. В общем, нужен XS. Прикольные цвета мне понравились. Бордовый, красный, нежно-розовый. Но не сидит на мне. Следующий свитер вот такой вот. Мне понравился рисунок. Тоже я его сдам. Уж больно он... Ну, синтетика, и, конечно, я не могу, он какой-то колючий, я такой не могу носить. Я сейчас одела, и мне прям неприятно. Хотя сам по себе симпатичный свитерок. Но нет. Быстрее снимать, снимать. Следующая, это вот такая вот простая черная водолазка. Только у нее тут еще рюшки, и на рукавах тоже. Черная водолазка никогда лишней не будет. И так прикольно смотрится по-школьному, да? Школьное окно, где я маленький. Все твои слова — это прошлое. Дальше. Тут еще полкоробки. Но там в основном такие базовые. Там базовые труселя. Да не, ну короче, да. Разное нижнее белье. И есть пару обычных маек для дома. Вот, осталось, по-моему, пару свитерков. Сейчас посмотрим. Ну почему оно такое все огромное? Не понимаю. Заказываю размер S. И все приходит нереально огромных размеров. Я, конечно, люблю оверсайз, но не настолько, чтобы все свитера были оверсайз. Но не, возьму поменьше. Поменьше тоже. Поменьше он тоже не будет вот такой, да, в облипочку. Он тоже будет большой. Но этот я даже мерить не буду. Хотя это шерсть. Это какой-то свитерок H&M премиум. Но он очень колючий. Сколько тут шерсти-то? Ой, вот они напишут тоже, да, маркетологи? Посмотрите. Махер 25%, 32% полиэстер, 25% шерсти, остальное тоже все химия. Но зато премиум, шерсть. Он очень большой, цвет мне нравится. Под мой плед на диване. Но он очень большой и очень колючий. Фу, у меня аж мурашки. Ладно, я все же померила. Ну, не знаю, такое. Рукав такой... Видите, как фонариком идет. Этот свитер тоже H&M премиум. Якобы шерстью. Ну, не якобы, что-то там есть. Тоже колючий, как не знаю что. И сидит, как не знаю что. Мне понравилось. А вот еще беретик какой-то. Ну-ка, давайте померим. Мне понравились только туфельки. И нормально выполнены, знаете, обычно у них там бывают носы какие-то кривые. Нормальные туфли. Поставим. А, мне понравились только платье и туфли, честно говоря. Ну, водолазка, в принципе, пойдет. В общем, Сеня, как всегда, пришла ко мне. Забирает у меня эти туфли, которые мне сегодня пришли. Забирает у меня эту кофту. И еще меняемся сумкой. Оказывается, мы еще меняемся сумками. Так, сейчас я вам покажу. Вот она, Гуччи. Я зря не захожу никогда. Да, она ко мне просто гости не приходит. Вот я себе только что-нибудь закажу, она тут же. Заряжает тут телефон. Мой приватный шопинг здесь. Заряжает тут телефон, Юля, забирает все мои вещи. Что мне потерять в магазине? Действительно, ты говорит, что? Закажи себе еще раз, я тебе, говорит, деньги сейчас дам. В общем, давайте голосование устройте, какая сумка прикольней. А, смотри, слушай, у них вот рельеф одинаковый вот здесь, да. Мустер. И даже одного цвета, они просто, это круглое, а это квадратное. Мне больше, мне всегда нравилось вот это, Гуччи, я да? Я в этот мейкап позаимствую. Класс, угощайся.
ни в чем себе не отказывай. Тебе покушать приготовить? Я тебе борща принесла. Который я не ем, еще и без мяса. Он очень вкусный. Угу. Тебе понравилось. Короче, да, ну посмотрим. В общем, мне всегда нравилась больше эта сумка. Но, как я уже сказала, так как она у Сени, я вот нашла себе другую. Которая теперь Сене понравилась. Которая теперь... Сене больше нравится квадрат, и что она на тонком, мне больше нравится на толстом. Единственное, просто у меня уже вот взгляд замыленный вот этой сумкой, потому что она действительно у всех. Эту я еще ни у кого не видела, вот действительно. Вот. Мы сейчас меняемся на недельку, я похожу с этой, Сеня с этой, и потом решим, будем меняться или нет. Но, в принципе, если что, да... Мы же можем потом опять, знаешь, взять, походить на других. Ну. Так не заказывай себе туфли и кофту. Будешь у меня брать, да? Какая-то у меня... Я себе купила, не успела... А ты как хочешь. Не успела бирки срезать. Слушай, я о себе позаботилась. Да. Ты там смотри, как хочешь. Не заказывай, говорит, я тебе одолжу. Ну, в общем, девчонки, голосуем. Пишите Yves Saint Laurent или Gucci. Вы за какую? Ты мне еще хлеб привезла? Смотри, какой вкусненький. Понюхай его. А зачем ты мне хлеб привезла? Я не знала, есть или нет. Да почему? Есть у меня, ты что, забери. Да нет, я шучу. Ну как туфли не отдать? Кручу я тут Сеню, кручу. Кручу-мучу. Кручу-мучу, покажись. Я юникорн теперь. Никогда не умела подкручивать челки. Ну а так, смотрите, как я классно накрутила. Ну сзади, посмотри, какие beach waves. Красивые. Как ты меня сейчас назвала? Я тебя назвала кудрявая сука. А вот это я. Думаю, идти мне с ней не идти. Ну, Сень, ну я только пропылесосила. Сегодня на ужин у меня дорада, запеченная в духовочке. Получилось, я уже тут попробовала. Очень вкусненько. Соль, перец, масло, чесночок и помидоры. Все, больше ничего не надо. Безумно вкусно. И пюрешечка. Это кто тут такой лежит с мамой? Балдежница. Распласталась. Добрый вечер. Я иду на встречу с девчонками. Мы идем кушать в очень вкусный ресторан. Его открыл какой-то русский чувак с Москвы. Забыла его имя. Его сын здесь в Берлине им управляет этим рестораном. Майн называется. И там так вкусненько. Я уже давно туда хочу сходить. Все никак. И вот недавно побывала. И действительно, просто обалденно. Вот, так что мы сейчас опять туда идем. Вот такой вот у меня наряд. Это самое, с сумками мы, кстати, с Сеней таки поменялись. Я сейчас с ней комфортнее чувствую, не знаю, мне все-таки больше по нраву толстый ремень. Хотя в Инстаграме почти 70% проголосовали, чтобы я оставила себе Yves Saint Laurent. Но я все-таки послушала свое сердце и поменялась. Я встретилась с девочками. И вот это я вот блюдо. Мы не здесь, Юля. Это нереально вкусное блюдо. Мы твой глюк. Внутри это торты. Бурата. Это тортеллини с буратой. Тортеллини с буратой и трюфелем. Да, внутри бурата и трюфель. В тот раз мне белый делали, а в этот раз я решила не буду. В этот раз я с девочкой, поэтому я решила черный. А Дина сейчас будет разбивать десерт, давай. Надо вот так стукнуть ложкой. О, внутри сорбет, там какой-то манго и еще что-то. Ну как? У Мадины в машине не лучше, чем у Сени. Сеня еще как-то туда поместилась, у нее там. А почему у тебя там постельное белье? Собака. Ты можешь не обзываться, а просто объяснить, почему у тебя там постельное белье. Когда Фабия нарет, что она собака, она начинает шуметь. Ой, мы так вкусно поели, мало выпили, конечно, но... Особенно Юля, две бутылки. Водки. Сумасшедший. Нет, я выпила бокал вина. Блин, клянусь!
клянусь. Что ты врешь, ты минимум. Все, я отключаюсь, я это все вырежу. Мне уже просто не верят, что за бред. Уже. Ой, Кира. Ну порвешь мне кофту. Смотри, лапе не нравятся твои игры. Где лапа? Где лапа, Кира? Иди играй с лапой. Где лапа? Ну, она лапа. Лапа, иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Вот, потягусенький. Ты такая толстенькая. Ты такая толстенькая. А ты такая худенькая. А ты такая худенькая. На. О, Господи. Ты такая бешеная, прям вся в мать. Вся в мать. Вот лапа спокойная, а Кира бешеная, просто бешеная собака. Зато любимая. Садила на диван. Посмотрим, как долго она тут просидит. Красивая. Ты такая красивая, лапочка. Ты такая лапочка. Лапусенька. Ну ты тоже, Кирюша, конечно. Ты красивее всех. Ты на фоне ее такой дрыщ, Кира. Пушистая такая, Кира. Давай тебе пересадку сделаем волос от лапы. Как ты на это смотришь? Такие морды красивые. Вот так улеглась. Кира же ей не даст. Посмотрите, у Киры хвост сейчас отвалится. Но это она всегда такая шебушная. Лапа лежит, даже не шелохнется. Да? Ой, презрительный взгляд какой. Ну, Кир, куда ты лезешь? Куда вот ты лезешь? Тебе лишь бы залезть куда-нибудь. Да, лапа? Я вообще оделась по-спортивному, несмотря на беретик, потому что мы хотим сейчас с Сеней пойти попрыгать. Не знаю, если получится у нас до туда добраться, потому что сначала мы еще с ее папой встречаемся. Если получится добраться, я вам покажу. Я давно туда хочу. На батутах, короче, прыгать. Все, никак не доберусь. Вот, а пока что сейчас быстро... Они уже там сидят, я к ним просто подъеду. Надеюсь, мы там не останемся и поедем все-таки прыгать. Вот, вот так вот смотрится мой беретик. На улице 5 градусов, поэтому надо беречь макушку. Мозги у нас одни. Ваня, ну покажи, пропозируй, что ты... Давай, сидеть. Ваня. Дай лапу. Молодец. Другую попроси. Другую. Нет, другую. Другую. Другую, Бади. Бади, сидеть. Давай лапу. Другую. Молодец. Бади. Молодец. А если ему сейчас показать колбасу, он вам и кувыркаться. Колбаса. Ну разве это не вкуснятина? Разве это не шикардос? Острая морковка. Очень вкусная. Свежая. Класс, на развес. Корейка с чесноком и хлебушек. Я в туалете, и у меня корни, но не в этом суть. Посмотрите, я повесила сюда куртку, но есть также еще на стене крючок. Ну, посмотрите, где он. Я до него даже не достаю. Зачем делать так высоко крючки? Это что, отель для гигантов? У нас сейчас с этими ребятами проходит дискуссия. Что мы видим на этой картине? Эдей. Эдей не скутый баблок, а вокруг. Ребята, что вы видите на этой картине? Он сказал, что видит выезд автобана. Слушай, а что ты видишь в этой картине? Я вижу какую-то руку с волосами. А вот это мы спросим уже у подписчиков. Я это сделала. Я сварила себе супчик на 2 раза. Вот это на 2-й раз. А вот на 1-й раз.
Кто меня давно смотрит, тот знает, что я вообще не умею готовить вот в таких вот маленьких кастрюльках. У меня обычно в 3 раза больше кастрюли. А иногда одно время я даже варила в 2, потому что мне казалось, мне не хватит. И это было, конечно, не очень разумно. Просто простой супчик у меня, я его сварила из того, что было. У меня были только помидоры, мясо, картошка и все. А, и вермишель я нашла. Обычно я не кладу в суп, обычно я варю суп только из овощей и мяса какого-нибудь или птицы. А тут вот решила добавить макарошки, потому что, ну, иначе было бы вообще нечего есть. Приятного аппетита!